Всем братва и сестры, также гость канала, с вами Лизбро, и сегодня у нас рубрика «Честный обзор», и сегодня у нас попадает канал Лимурзин. Ну что ж, давайте обозреем Лимурзина. Кстати, он, как заявляет мой новый канал, он решил с другого канала чисто ВСП и прохождение сделать. Но я коротко одним глазом взглянул, это, судя по всему, нифига не новый, а решил в итоге продолжить там. Ну ладно, это детали, я так сказал, смотрим о канале. Клево, о канале ничего нет. Что ж, будем самостоятельно разбираться. Ни кто ты, ни что ты. Ладно. Будем и так по ходу пьесы разбираться. Шапка я вот так. Очень прикольная. Такую под тематику, как РМП, сам МТА. Постарался. Такой нашел отдельно такой хорошенький фон. Ставил персов и надпись там. Вон здание, если вот мышку видно будет. Вот тут. Лимурзинов, что очень прелестно. В принципе, неплохое начало. Давайте смотреть видео. И начнем мы со старых видео, упорядочиваем. Начинаем со старых видео. Тут смотрю первое видео, какое-то пробу пера. На Java он записывал 4 года назад. Ладно, давай быстренько глянем. Всем привет, с вами мистер Котман. Подожди. Но это 4 года назад. Это такая проба пера, где там ни тега видео, ни тега канала отсутствует. Хотя, судя по всему, так канала вообще не будет, как я понял, теги видео. Ну что ж, этом детали не будем придираться, послушаем просто голос, какой был 4 года назад, чисто интересно. И мы опять выживаем на серваке. В больших-больших просторах. Так, я пока, короче, соберу... Ну да, тут даже дальше не стоит смотреть, это типичный школьный блог. Про Майнкрафт. Попытка хайпануться 16-го года. Вот даже описание. Майнкрафт, игра, которую Ивангай и Вололошка. Да, они с этого поднимались, это факт. Качество 720 пишу на первое видео очень классно. Тут, я думаю, особо заостряться не будем. И давайте перейдем, наверное, более продуктивной и интересной работе. И там 4 года, и голос мог сильно поменяться. Так что новое. Давай посмотрим последнее. Да, кстати, в прошлом видео меня обвинили в обзоре то, что... А с какого баяна ты начал стрим смотреть? Ну что, захотелось, как говорится, Новый год. Надо пробовать и уже и стрим оценивать нормально. Чего уже бояться, стримы есть, а не оценивают, что это за дела. Поэтому будем отныне и так всегда поступать. Ну ладно, короткую минутную паузу отвлеклись. Давайте, в Родме КРМП полиция нашли место хранения. Смотрим. Вот, пока прогружается. Всем привет, дорогие друзья. О, голос посолитнее стал. Я уже нахожусь в криминальной России и работаю тут подполковником патрульно-постовой службы. Едем мы сейчас на спецзадание с сотрудником спецотдела Кобра. Спецотдел Кобра — это такой отдел, который занимается поиском наркотических средств, то есть контроль наркооборота. Поработал немного в ФБР США, теперь пора и поработать в России. Да уж, конечно, даунов на дороге тут хватает, но тем не менее, куда мы денемся. Продолжаем мы ехать, в принципе, это путь нам не близкий, это чуть ли не... Знаете, кайфово слушается, голос у него приятный, я думаю, чуть-чуть его голос чуть-чуть погромче и музыку чуть-чуть потише, и было вообще перфектно, но ничего страшного, и так отлично слышно, даже он... Указал, что вот лицензия, обратите внимание, указал лицензия Creative Commons, разрешено повторное использование. То есть надеюсь, что когда-то его нарезки попадут. И канал можно и прописать парочку, если связан канал КРМП, можно прописать КРМП, Сампер, МТАшники и поехали, типа всяких разных видов. Как попасть, что там, ну думаю, ты в этом вещах лучше меня разберешься. Теги к видео, Радмир, Радмир, КРМП. РП Пирс Проджект. В принципе, на данное видео неплохо. Можно чуть-чуть парочку тегов тут прописать, типа как работает полиция. Туда-сюда. Ну, несколько тегов дополнить и будет вообще шикарно. По оценкам видику 20 из 1, тут надо кое-как с оборотом проработать. Ну, думаю, это у тебя с проблем не возникнет. Качество видео у него 1080p предлагается. Я смотрю на 1060p, чтобы вам не пришлось долго ждать, пока прогрузится нет. И не морочить вам голову. Ладно, давайте ближе к экшену перейдем немножко. Как все это будет происходить? Так, где это будет экшен? Давай попробуем найти. Пам-парам-парам.
Мы чисто... Ну, давай где-то тут попробуем, угадал я, нет? Смотрим. Ладно, полезем внутрь. Все-таки мы сюда приехали не за тем, чтобы посмотреть, как я машину помял, а за тем, чтобы проверить все тут. Так. Проверим все тут. Нужно будет все проверить. Все-таки место нам это не знакомо еще. Мы ее только для себя открыли. Томми, ты знаешь, что мы... что искать. Действуй. Приказываем действовать нашему прапорщику. Так, тут в трубе у нас все чисто, нету ничего. Что ж, в принципе, это любопытное видео. Как говорится, если фанат МТА и GTA сам, можно вообще немножко подзалипнуть. Ладно, давай еще какое-нибудь видео посмотрим, обозреем. Так. Накрытие наркопритона, розыгрыш нет. О, как пройти военную академию? Это уже, наверное, туториал. Как все сделать верно? Объяснение туториалу своеобразного характера. Всем привет, с вами Лимусин. И что ж, сегодня я хочу вам показать и рассказать, как вообще повыситься с первого на второй, за второго на третий ранг в МГСА на сегодняшний день. В МГСА существует три отдела, то есть ВМС, ВВС и сухопутные войска. После инвайта вы сразу же попадаете в сухопутные войска. То есть в сухопутных войсках вы служите. Потом вы можете перевестись в ВВС или СВ. Я планирую вообще добавить летную школу в ВВС, то есть типа с первого ранга. А так вы можете пока с первого ранга вступить только в сухопутные войска, в военно-морские силы. Что ж, что надо сделать? Давайте переместимся на форум. Итак, вот мы переместились на форум. И что ж, мы видим много отделов, много всяких. Это было видео на момент июня. Я как помню, последнее видео, где звук хороший, это судя по всему со старым микром или еще не доводил до конца звук. Что-то слышно было у Дёши, у него звук чуть-чуть похожий, но думаю, это просто старое оборудование было. Это мне так кажется, и поэтому что ж. Слышишь, что голос уверенный, он точно все заготовил, знает то, что будет рассказывать. Я это уверенно 100%. Это будет, как говорится, познавательно. И если реально кто-то хочет добыть, думаю, все бы пояснить. Сел вообще слабо. Можно было, ой, как много прописать. Типа туториалы с шмоссером. Тут если захотеть расшириться, тут можно так тегов прописать, что по-любому, кроме вот 60 просмотров было не 60, а допустим уже близко к 1000 или даже десяткам, например. И было бы это очень даже радостное для тебя событие. Ну что ж, качество видео какое предлагаешь в это время? 1080p HD, это отлично. Отлично. И теперь осталось посмотреть только превьюшки. А превьюшки, скажем так, где-то есть. Не, в основном они есть, в редких случаях я походу вижу, что там ленивая стилистика, то есть просто удачный скрин из Ютуба и все. И как сам Перкер МПшник и этот, он начал где-то когда? Вот, где-то отсюда можно сказать. Правильно? Да. Вот отсюда будем начало делать, когда он точно определился с направлением. В принципе, я думаю, что в этом развитии у него у тебя все получится. Главное, не забрасывать это дело. Последнее видео, конечно, месяц назад. Но ничего, надеюсь, если ты это видео посмотришь, у тебя появится вдохновение. Я уверен, что у тебя все получится. И сможешь развить эту тематику дальше. Поскольку КРМП сам уже очень много лет, но она все равно не дает бой. GTA 5. Так что, как говорится, продолжай, твори, и все у тебя выйдет. И надеюсь, что это дело не забросишь. Для меня этот канал, скажем так, на четверочку. Я не особо фанат этой штуки, кое-какие замечания были, но в принципе канал добротный. Так что если вы фанат этих игр, я советую вам заглянуть и написать ему хотя бы привет, передать от меня, как говорится. И поддержали его подпиской и лайком на канал. Ну а на этом видео я заканчиваю. Кому понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, делиться видео с друзьями. И если хотите его поддержать, переходите ссылочку под описание под видео, и там будет его канал. Так что желаю вам всего самого наилучшего. Всем до встречи и бай.